Всем привет! Вот сегодня сделал такую ключницу. Остались у меня позапрошлой ключницы остатки ореха. Вчера я склеил щит и вырезал вот такое вот сердечко. Сегодня покрасил, точнее не покрасил, а вскрыл льняным маслом и масловоском. Вот так оно получилось. Такой вот красивый, такой натуральный цвет. Такие вот петельки прикрутил, тоже те же, что и на той предыдущей ключнице. Эту я идею как-то выдумал сам. Может, конечно, есть где-то в интернете такие тоже, но я не встречал. Как-то мне это само пришло в голову. И вот нашел такую вот скважину замочную и старую, не знаю, где-то лежала она у меня там в деталях всяких мелких. Думаю, подцеплю, как типа ключ от сердца. Ну, такая ассоциация будет. Так оно у меня получилось. Сама она небольшая. Правда, я не взял рулетку померить, как она. Это примерно 25 на 30, может, где-то так расстояние. Ну да, где-то примерно 25, может, на 25. Ну, не знаю, не столь важно. Но такое она получилась. Ключница. Как по мне, очень даже оригинально. И цепочку нашел. Это одно из старых каких-то часов. Это гирки цеплялись, чтобы она будет цепляться на стену. Вот и так получилось. И с замочной скважиной. Кому-то надо, может, будет на подарок, то в принципе как-то оригинально будет смотреться. Так она еще -то на стене не снимала, потому что она еще масло не полностью высохло. Да и так. В доме как-то снимать не очень хорошо, там не такого солнца нет. А здесь все как-то светло, и вот полностью она по своей, так сказать, красе. Не буду себя, конечно, нахваливать, но как по мне, очень даже оригинально. И не сильно затратно по материалах. Потому что на той ключнице у меня намного больше, раза в два пошло материала. Чем на это, даже больше, чем два раза. А здесь как-то все просто и красиво, как по мне. Такой ключицей как-то сам выдумал эту такую затею. Точнее, у меня еще она возникла позавчера. Как-то думал, как сделать, что придумать как-то так. И вот придумал сделать в выгляде, точнее, в виде сердца. Так и получилось у меня.